участники жюри и гости фестиваля «Весна студенческая 2013». Это сотни новых друзей, взаимное обогащение творческими идеями и море положительных эмоций. Сегодня вы сможете наблюдать борьбу участников в двух направлениях. Это танцевальное направление, номинации «Современный танец» и «Фристайл», а также театральное направление, номинация «Конферанс». Открывает пятый день нашего фестиваля номинация «Конферанс» и номинация «Современный танец», «Джаз», «Модерн», «Перспектива», «Профи». А кто же будет судить наших конкурсантов? Наша многоуважаемая жюри. Номинация «Конферанс». Декан заочного отделения факультета театра, кино и телевидения, доцент кафедры сценической речи Челябинской государственной академии культуры и искусств, почетный работник высшего образования Светлана Михайловна Соковикова. Главный редактор художественного вещания телерадиоцентра «Восточный экспресс» Павел Михайлов. Режиссер Челябинской филармонии Алексей Лейкин. Номинация «Современный танец». Руководитель школы современного танца «Микстанц», руководитель городского методического объединения хореографов Сергей Валентинович Самарин. Балетмейстер Челябинского современного танца, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Романович Фона. Артист Челябинского театра современного танца, хореограф Владислав Морозов. Артистка Челябинского современного танца, хореограф Мария Грей. Хореограф, педагог, номинант национальной премии «Золотая маска» Владимир Голубев. Организатором фестиваля является Управление по делам молодежи администрации города Челябинска. Участников фестиваля «Творческую и талантливую молодежь» приветствует Челябинвестбанк, генеральный партнер «Весны студенческой 2013». Дамы и господа, не будем вас томить. И предоставим слово первому участнику в номинации «Конферанс» Олег Проскирин, Южноуральский государственный университет. Встречаем! Ну что ж, всем добрый день, прекрасный праздник сегодня. Очередной день прекрасного фестиваля «Весна студенческая 2013». Этому можно еще раз дружно поаплодировать, чтобы понять. Вот замечательные кричалки. Давайте сегодня не будем смолкать. Предлагаю завести небольшую традицию на сегодняшний день. При любом действии на сцене абсолютно всем мы будем аплодировать как можно громче. Будет приятно и людям, и сами поймете, что это тоже приятно. Договорились? Да! Очень хорошо. Итак, первый участник уже стремится к нам на сцену. Итак, номер под названием «Ундина». ВУЗ Челябинский государственный университет. Участник Ольга Варфоломеева. Руководитель Елена Порошихина. Абсолютно верно. Thank you.
Друзья, можем погромче поаплодировать, потому что Ольга сегодня первая, а первым, как известно, сложнее.